Помощник юриста Пелагея Гавина в налоговую приходит почти каждый день. Регистрация индивидуальных предпринимателей, смена учредителя – все это требует тщательного сбора документов и оперативности. Теперь на все про все уходит меньше недели. Удобно тем, что приходишь, нет больших очередей, также инспектора довольно-таки дружелюбные и хорошие. В случае чего могут помочь, подсказать какие-то вопросы. С апреля именно столько работает единый центр, совершено больше 32 тысяч регистрационных действий юрлицами. В операционном зале на улице Сергея Лазо нет очередей. Специалистов, готовых помочь, здесь хватает. Кроме того, человек, решивший заняться бизнесом, может подать заявку в любом многофункциональном центре, после чего получить готовые документы уже здесь. Сегодня в рамках единого регистрационного центра налогоплательщик, придя сюда, он получает весь спектр услуг в одном месте. Также ему предоставляется перечень документов, необходимых для регистрации. Он их заполняет и тут же сдает. Единые регистрационные центры создаются по всей России, Самара не исключение. Малый и средний бизнес нуждается в поддержке не только материальной, в льготных кредитах и субсидиях, но и моральной, когда на пути предпринимателя нет бюрократических барьеров. Марьяна Мирная, Станислав Левин. События.